чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, олимпийский чемпион на льду Алексей Ягудин! За то,
доверие, которое вы нам из года в год оказываете, приходя на наши выступления. Поверьте, это очень дорогого стоит. Я знаю, что сегодня не раз уже говорили об этом замечательном юбилее. Действительно, одно дело – это делать первые шаги, другое дело – становиться чемпионами, становиться сильными в своей среде. И самое главное, все-таки и самое сложное – это удержать ту вершину, на которую я уже поднялся много лет назад. Лично от меня и от всех спортсменов, актеров, всех тех людей, которым ты подарил новое понятие под названием совсем другое фигурное катание. Но, наверное, 10 лет не только нашей компании «Ледовая симфония», но, наверное, 10 лет еще той невидимой нити, которая проложена между нами, выступающими здесь, на этой скользкой арене, и между вами. Потому что мы это делаем только для вас. Без вас нет и нас. Спасибо! И еще, конечно, тяжело, но нельзя не помнить нашу домашнюю зимнюю Олимпиаду, особенно насколько триумфально мы заняли первое место в общекомандном медальном зачете. Не только на нашей Олимпиаде, но еще и на Паралимпийских игр. И знаете, конечно, это заслуга тех спортсменов, которые соревновались, боролись до последнего для того, чтобы выигрывать эти медали. Но и огромная заслуга в этих медалях и в этом первом месте ваша. Без вас вновь. Ни как в любительском спорте, так и не в профессиональном. Мы не можем сделать ни шага. Спасибо!